Всем приветик, приветик! Сегодня 1 марта. Всех поздравляю с первым днем весны. У нас на улице тепло, минус 3. С крыш просто льет. Простите. Хочу сегодня показать вам свои орхидейки, свои новые цветочки. Что у меня есть, что у меня растет. Вот, конечно же, хочу начать с орхидеек, без них никуда абсолютно. Вот эта желтая с малиновой губой у меня недавно начала распускаться, вот, распускает третий цветочек, очень красивая, мне она очень-очень нравится, такая нежная. Я прям, ну, не знаю, балдею от нее. Она у меня сидит в прозрачном стеклянном кашпо. Прекрасно себя чувствует. Вот. Тут вот еще бутон распустит. Также у меня распустился до конца биглип. Вот такой вот он красивый. Правда, ветка шикарная. Так еще как-то расположились цветочки, что и с той стороны, и с этой стороны. Вот вторая веточка. Тут вот еще один бутончик должен распуститься. Тоже прекрасно себя чувствует. Сидит в пластиковом кашпо. Также у меня распустилась вот такая орхидейка. Вот. Красивая, но немного несуразная. Я не знаю, с чем это связано. Вот на этом цветоносе у нее какой-то обгрызанный цветочек распустился. На вот этом цветочке 4 лепесточка. Вот этот вообще какой-то маленький, я даже не знаю. Ну, а так ничего, тоже себя прекрасно чувствует. Также у меня распустилась вот такая красота. Орхидейки без названия, не знаю, как они называются. Ну, а вот это очень красивая. И вот такая у меня распустилась. Тоже красоточка. Вот. Тут у меня продолжает цвести вот эта орхидейка. У этой один цветочек продолжает цвести. Также распустилась у меня вот такая миниатюра. Вот она сама. Ей уже не знаю, сколько ей лет. У меня она уже года полтора-два. И вот почему-то она, зараза такая, порадовала меня всего одним цветочком. Тоже не знаю, что ей не хватило. Корни у нее зеленые, роскошные, большие, на весь горшок. Ну вот, порадовала одним цветочком. Вот. Это что касается орхидеек. На другом столе у меня стоят орхидейки тоже, которые я вам уже показывала. Они до сих пор цветут. Вот, а еще хочу показать, что у меня появился вот такой вот спатифилум. Вот, не знаю, как его название, домино, наверное, я где-то читала. Но вот беда у него с листиками. Не знаю, с чем это связано, но у него листики вот такие вот жухлые какие-то, помятые, не знаю, корявые. Надо почитать. Вот этот один лист, с одной стороны, вот видите, гладкий, а вот здесь вот он как будто, я не знаю, вот прям таки хочется сказать, что он там с одного места вылез. Но не буду я так говорить. Ну, в общем, не знаю, он вот выпустил один листочек. Сегодня муж его перевернул, посадили заново. Ну, не знаю, посмотрим, как он себя дальше поведет. Ну, вот с листами, говорю, какая-то ерунда. Надо, наверное, залезть в интернет, почитать. Вот этот вообще, наверное, обрезать надо, отсыхает. И я купила себе антуриум. Тоже не знаю, как название. Как-то интересно так это. Сломала, наверное, уже от многочисленных. Так, вот, вот такой вот антуриум, мини-версия, хорошо себя чувствует, вот такая вот красотка, красавец. Ну, у меня уже были антуриумы, в принципе, им у меня нравится, вот посмотрю, как будут обстоять дела с вот этим. Но мне он понравился, потому что у него вот такое вот необычное
непривычная для антуриумов покрывальца. Длинненькая, узенькая, обычно же у них как большое, широкое. А тут вот такие дела. Ну, в общем, буду растить, ухаживать. Там много-много деток, цветочек там еще ползет. Пока что посадила его в маленький горшочек, потом пересажу побольше. Вот, такой получился маленький обзорчик новых расцветших орхидей на 1 марта.